Ко мне рядом место сидеть, лежать, стоять. Десятки различных команд, а также умение приносить предметы и преодолевать препятствия. На базе одного из кинологических центров муниципалитета прошел экзамен по курсу общей дрессировки. Собаки демонстрировали свои лучшие навыки. Приходить сюда нужно для того, чтобы научиться со своей собакой работать, жить и быть безопасным на улице. Никого не раздражать, и чтобы собака никого не обижала, не была опасной, непослушной, чтобы собака была корректной. Собака мечты. Так о своем любимце Дарке говорит его хозяин Вячеслав Ильющенко. Для молодого человека это первая немецкая овчарка в жизни. И вопрос, отдавать ли питомца на УКД, даже не стоял. Он стал более послушный, но стал как бы откликаться на команды, которые ему дает. То есть если раньше, когда он щенок был, ему было вообще без разницы все, что там ты говоришь. Сейчас он как бы рядом ходит, смотрит на тебя. Мы уже как бы друг дружку понимаем. Наталья Фомина, взявшая свою собаку с улицы, приводит ее на занятия уже больше полугода. Метис Джек с радостью занимается и выполняет различные команды. Немцы, они очень многие требуют регулярных занятий. Даже если ты сдал экзамен, это не значит, что у тебя закончилось занятие. Потому что это рабочие собаки, и им для мозгов нужно занятие. С вопросом дрессировки четвероногих лучше не затягивать. И начинать курс желательно пораньше. Можно прямо с щенячьего возраста. Породы любые, от корги до кавказских овчарок. Если мы говорим об общем курсе дрессировки, он рассчитан где-то на 5 месяцев. То есть надо набраться сил, желание, вот, и каждую неделю трудиться. И результат не заставит себя ждать. Рядом будет умный и воспитанный друг. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.